Говорят, у мамы обыкновенные роды человеческого несколько раз за день в голове всплывает тонна вопросов, которые потом не дают спокойствия. На один из них мы сегодня поищем ответ. Как выбрать подгузники? Несмотря на то, что самый честный ответ на данный вопрос – это опытным путем, предлагаю все-таки пройтись по основным моментам, на которые стоит обратить внимание, выбирая непромокаемое чудо современности для своего чада. Первое и самое очевидное – стоит корректно подбирать размер. Не пренебрегайте этим параметром. А то некоторые любят взять типа на вырост, а подгузник ребенку мешает, подтекает, мама нервничает. Недовольны, еще и вывод делают, что продукт плохой. Почти все производители указывают размер, там первый, второй, третий, и добавляют уточнение в виде веса. Ну, например, четвертый размер подходит для малышей весом от 9 до 14 килограмм. Все вроде предельно ясно, но есть пара советиков. Первое. Выбирайте такие подгузники, у которых вот этот вот весовой диапазон не огромного размаха. Ну, то есть не 10-20 килограмм. Тогда подгузник будет лучше садиться на ребенка. И второе. Если вы обычно берете подгузники одного бренда, а теперь хотите приобрести другого, обращайте в первую очередь внимание не на циферный размер, а именно на вот эти килограммчики, потому что размерная сетка может существенно отличаться. Да это касается не только разных брендов, а даже разных моделей одного и того же производителя. И сразу еще один совет. Не ставьте сходу в крест на всех товарах определенного производителя. Если вам какой-то подгузник не зашел, дайте шанс, попробуйте и другие подгузники этой компании. Во многих магазинах на витрине можно найти образцы. Не ленитесь их пощупать. Растянуть, расстегнуть, застегнуть. В общем, мацайте, не скромничая. Во время тактильных манипуляций обратите внимание на внутреннее покрытие. В некоторых вариантах оно такое мягкое, приятное, на ощупь прям будто тканевое. А иногда прям как стекловато. Ну, это я, конечно, утрирую, но все же. От одного прикосновения уже становится ясно, что малыш будет не в восторге от такого материала. Обратите внимание и на запах. Просто понюхайте. Если запах слишком химический или с отдушкой, которая вам неприятна, они будут вонять еще сильнее, когда наполнятся писяшками. Короче, лучше отдайте предпочтение варианту с нейтральным ароматом. Выбирайте подгузники с высокой посадкой, мягкие и эластичные в районе спинки и застежек. Обратите внимание на наличие оборочек вокруг отверстий подножки. Последние два параметра обеспечивают максимально удачную посадку и прилегание к телу, что как бы гарантирует отсутствие подтеканий. Здорово, если есть индикатор заполненности. Это может быть вот такая вот полоска. Она меняет свой цвет по мере накопления жидкости. И это очень удобно, ибо не всегда на глаз можно определить, насколько подгузник заполнен. Есть в некоторых линейках подгузники с гендерным отличием. И разнятся они не только дизайном внешним, то есть расцветкой, а еще и дизайном функциональным. На экземплярах для мальчиков основной объем абсорбирующего материала расположен впереди, а на девичьих распределен равномерной или основной массой между ножек. Так что если вы хейтер всего розового и берете доченьки мальчуковые памперсы расцветки ради, не удивляйтесь, если они вас потом не будут удовлетворять качеством. Выберите тогда лучше универсальные. Давайте подытожим. Выбирая подгузник, обращаем внимание на размер, качество внутреннего покрытия, запах, эластичность спинки и застежек, наличие рюшей вокруг ножек, наличие индикатора наполненности, универсальность или соответствие по половому признаку. Вот выбрали товар по тем параметрам, которые нам доступны к оценке прямо в магазине. Но это еще не все. Дальше нужно оценить продукт на деле. Можно сразу провести эксперимент на впитываемость. Наливаем 30-50 мл жидкости, если вашему малышу до полугода, и 50-100, если больше. И проверяем сухость через 5, 20, 30 и 60 секунд. Ну и на всякий случай так минуток через 5. Понятное дело, чем быстрее впиталось, тем лучше. Но кроме проведения такого наглядного эксперимента, стоит еще понаблюдать за поведением и самочувствием малыша. Посмотреть, не капризничает ли он, не ощущает ли дискомфорта. Обычно по ребенку видно, если что-то не так. Осмотрите товары после использования. Жидкость должна быть более-менее равномерно распределена в подгузнике, не сбита в комок или полоску.
Проверьте, чтобы абсорбент не вылазил сквозь внутреннее покрытие. И такое иногда бывает. Он проступает маленькими, будто гелевыми частицами. Это нехорошо. Еще понаблюдайте за состоянием кожи под подгузником. Нет ли опрелости, покраснений, раздражений или надавленности в местах застежек и возле ног. Если ничего такого, то можно останавливаться на выбранном варианте. Но кроме классических, так сказать, вариантов, есть же еще подгузники-трусики. Пару слов хочу сказать о них отдельно. Выбирать их можно, в принципе, руководствуясь все теми же принципами. И основное отличие такого продукта – максимальная эргономичность и удобность в одевании. Просто с тех пор, как малыш сел и пополз, зафиксировать его в лежачем положении, ну, крайне сложно. Соответственно, хорошенько расправить и застегнуть подгуз становится прям испытанием. То ли дело натянуть трусики. Ну, тоже, конечно, не расплюнуть, но существенно легче. Правда, некоторые ощущают неудобство, пользуясь трусиками, в моменты, когда ребенок покакал. А все эти прелести размазываются по ногам во время снятия. Хочу вам открыть секрет. У таких экземпляров предусмотрено снятие путем разрыва. И вот такая фиксирующая лента для утилизации. Не знали? Не благодарите. В общем, выбор подгузника – дело нехитрое. Основная сложность может даже заключаться в том, что ассортимент большой, и все хорошие, все подходят, все нравятся. Ну, тогда можно просто баловать себя разнообразием. Казалось бы, все, но нет. Прежде чем выбирать подгузник, убедитесь, что вы ознакомлены с правилами эксплуатации. А то бывает такое, что мама говорит: фу, ужас, все подгузники плохие, ничего не подходит, у ребенка страшное раздражение и аллергия. А потом выясняется, что она этот подгузник меняет раз в день. Так что давайте бегло пройдем по основным условиям использования. Менять подгузники первые 2 месяца жизни стоит каждые 3-4 часа. Деткам до полугода где-то 4-6 часов. После 6 месяцев родители как бы уже опытные и меняют средства гигиены по мере необходимости, адекватно оценив ситуацию и проверяя каждые 40 минут. После каждого покака подгузник нужно снять и выкинуть, даже несмотря на то, что вы его только что надели, а ребенка подмыть под теплой проточной водой. Между заменой подгузников стоит устраивать воздушные ванны, хоть иногда, хоть на 15-20 минут, а лучше подольше. Не юзайте подгузник 24/7 круглый год. Отработайте технику надевания, будьте внимательны к тому, как подгузник садится. Расправляйте все складки, хорошенько натягивайте застежки. Обязательно меняйте подгузник перед сном. И не тревожьте ребенка ночью, если он крепко спит. Начиная примерно с полугода, дитё не так уж часто писает во сне. А во время дневных снов вообще не писает. Но это так, информация для подумать или, может, даже проверить. Ну и не забывайте о правилах утилизации. Не бросайте подгузники в канализацию. В общем, сухости и комфорта вашему ребенку, только не увлекайтесь этим делом до 5 лет. Я буду рада знать, что этот выпуск был вам полезен. Выражайте это своим лайком, подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчик. Обнимаю крепко, пока!